Расследовать там 2-3 объекта. Это вот, кстати, криминалистическая экспертиза. Вы знаете, что расскажите вот на месте. Сегодня мы работаем с 20 ведущими вузами республики. Берем оттуда лучших специалистов. Студенты и другие лица, которые были сегодня у нас на Дне открытых дверей, видели возможности наших лабораторий, видели то оборудование высокотехнологичное, которое стоит, ведущих мировых производителей. Еще раз убедились в том, чтобы стать судебным экспертом, необходимо хорошее знание и хорошая подготовка. Здравствуйте, я сам был прокат. Вас зовут Дарья. Вас зовут Мария. Вас зовут Кристина. Спасибо. На этом первое предъявление теста мы закончили. Это, по сути, медико-биологический прибор, позволяющий фиксировать одновременно несколько ваших физиологических показателей. В данном случае мы смотрим, нас интересует артериальное давление, кровенаполняемость сосудов, фотоплетизмограмму снимаем, кожное сопротивление, это кожно-гальваническая реакция, так называемая, дыхание, амплитуда, частота и так далее, разные показатели дыхания, 2 датчика на дыхании, и также мышечное напряжение, тремор мышц и так далее, насколько напряжен либо расслаблен человек в момент тестирования. Достаточно новая экспертиза для Республики Беларусь. В 2014 году мы начали проводить экспертизы с применением полиграфа, то есть проводить тестирование в рамках экспертизы. Проводим мы тестирование исключительно по уголовным делам в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным правонарушениям очень сложно подобрать какую-то доказательную базу, поскольку дети рассказывают о совершенном с ними насилии зачастую спустя длительный период времени. 94% точности, что имя Дарья, ответ на имя Дарья был.